Так, артрозы, артриты и прочие болезни с суставами. Вот столько я просидел, обрабатывая эту статью про лимфатическую систему, в которой рассказаны истоки возникновения артритов, артрозов и куча других заболеваний. То есть есть такие статьи, материалы, основополагающие, которые раскрывают глаза. Когда люди спрашивают, вот как лечиться от артрозов, артритов, тем более они прошли через огромное количество лекарств, врачей, а толку-то нету. То есть, значит, нету основного, на что надо обратить внимание. И вот как раз вот в статье «Лимфатическая система» открываются глаза на весь этот процесс, который происходит у нас в лимфе, то есть во всем организме. И к чему это ведет? Поэтому заболевания с суставами, артрозы, артриты, вот что там имеется? Вот сустав, вот как пенек. Пенек имеется, да? И имеется жидкость. Имеется жидкость суставная. То есть это наиболее благоприятная среда для того, чтобы там развивались грибки. Они любят влагу, они любят что-то такое, чтобы пожевать, типа костной ткани, как вот как древесина. Вот смотрите, как они изуродовали. Вот здесь не заражено дерево, а здесь, смотрите, оно заражено. И видите, что там какие-то узлы, шишки. Вот нечто подобное начинают грибки делать с суставом. То есть поселяются там. Для этого им надо выключить лимфатические узлы в округе сустава. И далее, значит, они после того, как им уже лимфатическая система перестает мешать, начинают гнездиться на суставе, что выражается в его разрушении. То есть вот эту хрящевую ткань жуют, костную ткань, шишки какие-то уродливые возникают. Короче, все его исковеркали. И получилось то, что мы имеем под названием артроз, артрит и так далее. Раз зная это, значит, в первую очередь надо работать над очищением организма в целом. Второе. Над очищением лимфатической системы от разного рода паразитов, грибков. А тут уже используются специфические средства противопаразитарные. И вот одно из лучших средств, которые грибки особо не выносят, переносят, это будет тадикамп, то есть керосин. Или грецкий орех, настойный на керосине. Ну и аналогично им там вещества, такие, допустим, как ароматические масла добавляемые. Живица, кстати, хорошо работает над суставами. И вот это начинает работать. Поэтому рекомендация нашего хорошего знакомого по Ютубу Елизара, который об этом же говорит и который с успехом лечит все эти там суставные болезни, просто смазывая это место, больной сустав, тадикамом, добавляя эфирное масло, и вся эта ерунда, значит, бежит, то есть боли прекращается. Мне вначале было как-то непонятно, как это происходит. Вот просто-напросто сустав болит внутри, а ты его помазал, и боли исчезли. Ну, возможно, не сразу, а то в некоторых случаях и сразу. Вот, а потом вообще проходит.
Так если знать, что это все вызывает грибки, и тот же керосин, и эфирные масла проходят легко и просто через кожу и достают до этих волокон грибка, становится ясно и просто само лечение. Без всяких каких-то кучи растирок, мази, которые в некоторых случаях так замазывают только боль, а потом все это дело повторяется. Ну, естественно, надо дальше и организм подчистить, потому что если болят суставы, это говорит о том, что грибок там уже во всем организме расплодился. Вот простое эффективное средство от этого. От болезней суставов, артрита, артроза там. Все, что связано с тем, что вроде бы сустав, вот самое главное запомнить. То есть никаких травм не было, ничего не было. А сустав начал болеть, 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 болеть. И потом мы на него не можем наступить. Это вот феномен того, что я вам рассказал. И, кстати, многие мне писали, мы почистили организм, почистили печень, перешли на питание, там где-то противопаразитарку сделали. И вроде бы мы там лечились от чего-то там одного. А говорит, а попутно у нас прошли суставы. Лучше заработал желудочно-кишечный тракт, да и в целом я молодец. Видите, как это действует. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!